Тысячи людей со всего мира съезжаются в эти дни в Венецию, где сегодня стартует знаменитый карнавал. Правда, в этом году праздник оказался под угрозой срыва. За несколько дней до начала торжеств, которые по иронии назвали водными метаморфозами, город затопило. Под водой оказалась главная площадь и центр карнавала Сан-Марко. Для туристов пришлось соорудить деревянные мостики и дорожки. Тем не менее, организаторы надеются претворить в жизнь грандиозные замыслы. На 2,5 недели улицы города и канала окунутся в атмосферу Италии 18 века. Предполагается, что с утра и до вечера будут проходить красочные спектакли, шествия на ходулях, парады и костюмированные шоу.